Привіт, друже! Ти вже, мабуть, зашукався веселощів на просторах інтернету. І ось ти нас знайшов! Вітаємо тебе на каналі GameMood! Сьогодні ми разом будемо проходити відому гру The Last of Us Part 1! Разом з тобою будуть проходити цю гру Микола та Вадим! Звучить так собі, так що погнали! Так... Ми починаємо запис The Last of Us Part 1. One. Ми бачимо, якась дівка лежить на кроваті. Щось робить. Томі, я... Томі, послушай. Томі, он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мені нужна ця робота. Мені потрібна ця робота. Понимаю. Розумію. Ладно, поговоримо об этом утром. Поговоримо утром. Та виключи світ, блін. Да, пока. Слышишь, не паливный свет включил. Подвинься. Подвинься, живых и фига ты заспишь. Да он не робо, не дай, он бомж. Чего не спишь? Уже поздно. Ты уже. Тебе давно спать пора. А, ты про меня. Еще не полночь. Солнышко, не надо, у меня нет сил пререкаться. Что она жукая? Кирпич. Надо мне кирпичом положить. Что это? С днем рождения. Лайфхак, если тебе нема сил пререкаться, просто скажи, иди в пень. У тебя ведь часы сломались. Я тобі поламу не купила ще. Буде злое. А ти знаєш, що зламані часи показують два рази в сутки? Правильний час? А якщо буде двоє часів, їх трошки перевести, то виходить 4. То есть, виходить, вона 12 годин їх носить. А ні, більше 12. Дурь, я приторговувала дурью. Отлично, поможеш виплатити кредит. Ага, щас, мечтай. Ариванна. Вставай, салам алейкум. Вставай, я заебал на работу. Он реально дурь шмаль. Потому что старым вырубается каждые 5 минут. Ну, это дурь, это же не только шмаль. Тосты! Ну да. Вот эти, блядь. Соли, блядь. ПВО, блядь. Никогда не вживайте наркотики. Мы против всего. Мы против наркотиков. Вживайте алкоголь. Ні, алкоголь теж не треба. Потім це депресія цілий день. Краще просріть своє життя, шпілячи в ігри. Ого, це ще гроші платити треба. Там куплять ігрушечки, да, там, комп'ютер. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоей папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей! Тут... Позови Джона! Дядя Томми? Джон! Алло? Сразу скоро. Ага. Нажала кнопку, вызвала случайно. Да. О, я уже этот, шпили Уилли. Ну, зеркало, дивись. Надо поубирать. Вона вампир, диви, она не отражается в зеркале. Надо написать разработку. Да, фигню вы сделали. А можно еще раз позвонить? Да, только если бы... Телефон молчит. Та як же він мовчить, як він кюрюрюрюр каже. Все нормально. Тікай. Світ є. Блекаута нема. Так, що тут ще є? Вот ёлки. Забула віддати відкритку. Вот сосна. Іменно ёлки использовали, щоб зробити цю штуку. Правильне подмічання. Або живаний папір. Ти все-таки не вимер поки ще. З днем народження, рідний тато. Так, подивимося, тебе вічно немає вдома, ти терпіти не можеш мою музику, ти презираєш всі фільми, які я дивлюсь, і все рівно ухитряєшся бути найкращим татом на світі. І як тобі це вдається? З днем народження, тато, з любов'ю, Сара. Конор. Обов'язково. Так, погнали. Коротше, в тата день народження. Угу. Історія ігри. Ми вже... Просунулись по сюжету. Ого, ти, блядь, далеко. Процентів де, а от темно, включи світло. Папа, в тебе день народження. Ло. Та вона ж йому вже поламані часи. А вона папку шукає якусь, да, з документами. Де мої документи?
Ты здесь? Оказались связаны с эпидемией, охватившей страну. Где ты ходишь? Стране. Есть сообщение, что у пораженных инфекцией отмечаются вспышки агрессии и... Утечка газа. Надо выводить людей. Эй, вы! Судя по всему, там что-то происходит. Да ты что? Блять, ну это нереально, да, чтобы так снимал? Ты? Ну, я не вижу. И воно там, це рядом, блять. Да, це ж один в один. А, вона і сказала, це рядом. Да? Оля, да? Так ти пиздиш, не чуєш. Папа, я злякалася. Гей, 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 тіна, гей. Папо. Папо. Тато. Папо. Папо. Ні, папо. Тата. Та що происходит? Та що, собака, гав. Мілін... Полішн... Полішн уже ж шмал. Звідки? Його телефон. Може, амбулейчин. Телефон воно. Дере. Оу, май гарбо. 8 звонков. Где тебя носят? О, 1:40. Позвони. Так це папин телефон? Ну да. Іду. А що це вона бере чужий телефон? А що там не блокировка, нема нічого? Так воно ж типу... Так, коли... там, коротше, 8 пропущено тесту сообщення того, де тебе носить, позвони мені. Де їде? Подзвони мені, подзвони! Подзвони мені, раді Господа Бога! Так, ти так. Хтось собаку з'їв, ти чув? Та ні, просто вбив. Та з'їв. Чого тут собаки превращаються? Я не знаю. Наконец-то. Сара, ти цела? Ну, почти. Ну як, трошечки. Що там? Ніхто не приходив? Ні, так хто мог прийти? Не підходи к дверям. Стой, где стоишь. А це вікно чи двері, як це считаешь? Ти меня пугаешь. Ну це чи то вікна двері. Это Куперсы. Куперсы. Це Куперсы. Я тільки хотів зробити. А Куперсы це гриби? Ого! Ёпта, бля, гриби. Боже. Джинни! Папа! Так, все, собрались. Скорей. Та стріляй. Джинни! Ого! Вали його, вали! Скорей! В шию попав, да? Ну да. Він не встане? Да, подивись. А, не встане. Сара. А мы только утром. Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выйти. Понятно, бабатя соседей мамы. Понятно, что страшно. Давай скорее. Пришел бухий с работы, завалил соседа, каже. Че ты его убил? Мне страшно. Тут что-то так творится. Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Та перебухав. Ти же весь в крові. Та білка у мене. Говорят, половина города с ума посходила. Місяч. А, походу якийсь праздник був, всі бухали по-нормально. Хеллоуін. Так, сіли. Можеш сказати, що случилось? Потом. Та таке. Пару сусідів мочканув, а так нормально. Як так собі ще немає. Включи радіо. Само собой. Ого, я вгадаю. Байрактар нам, да, включай. А що, є таке радіо? По-моєму, так. Без радіо. Да, офигенно. Барактар, блядь. Еще минуту назад были новости. И что сказали? Сказали, армия перекрывает шоссе. Всем капец, хлоп. Вокруг Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. А потом была реклама. 75. Да, кстати. Собираюсь. Опа, глянь, уже что-то там намечается. А сколько умерло? Так, будем что-то работать. Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали прямо в доме. В доме? Да. Не кажи про дитині. Прости. Пробачь меня. Она должна на свои очи побачить. Подивись, что же это такое? Они не знают. Ты сейчас расскажешь, она представляет. Опа, у меня падик вибрирует. Сначала сказали только на юге. Видать, на яму наехал. И восточное побережье, и западное. East Coast, West Coast. Что-то там горит. Просто ад. Мне нравится, как оно горит. Как люди суетятся, пожарки приезжают. Мне так подобается, что они все бегают, суетятся. А мы больны? Нет. Конечно, нет. Ну, це як подивитися. Як это что-то со здешним. Мы в порядке. Разве Джимми не здешним? Вот это я тоже не понял. Да, и он тоже. Це якісь колаборанти, вони тут походу жили, здавали кардинали. А, эти як на сплячі партизани, чи як диверсанти. ДРГ. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Не смей тормозить, Томми. Яке хватит? Не тупи, Томми. Машина п'ятимісна, дівчина, там троє людей. Так, да, а там вдруг попи. На, просто штрафують сразу. Дитяче крісло є? Опа. Що це, якась больниця? Я а що там, амбуланця, так? Да? Да, емігресія. Рядом больниця, навіть. Так а що, не треба больниця? Ребята,
Когда всем до одного, одно и то же в голову. Геликоптер, геликоптер. Лег, геликоптер. А ну дуй. Эй, чего стоим? Поехали! Погнали! Ого! Ё-моё, це ж больні, бач, вони халатно. А, це вони з больниці, так? Да? Це їх, походу, попривозили в больниці. Твою мать! Томі, не тупи, давай їхати, мені страшно. А ну що? Ти бачив? Да, я бачив. А нема там нічого. Сворачувай, давай. А де їй стаєш в машині вже? Так, кстати, нічого не буде. Ні. Печенька, нема? Откуда вони бігуть? Вибирайся. За автобусом. О, ні. А це Джейсон Стэтхэм, кепочки, перевозчик. А же я свою машину потерял. Дай моя BMW, а потом Audi. Audi. А BMW тоже было, там же по сериям. Блядь, Ярик, пиздец. Я ебу там уебало нахуй. Ярик, глуши, блядь. Пизда, бачок, блядь, бачок потик нахуй. Ярик, вилазь нахуй, блядь, вилазь нахуй. Тікай нахуй, блядь. Дзвонить, блядь, до Магдича. Ярик, блядь. Отойди. Утоплені в крові. Ікс. Коня! Ха! О май гад. А де його жінка? Нічого про жінку не казали? Кстати. Ні, треба почитати. Ах ти, гля! До речі, напишіть коментарі, якщо ви знаєте про жінку щось, напишіть. То може ми зараз по сюжету роздуплимося? Да. Дай мені руку. Я думаю, ні. Що таке? Моя сучка болить. Сильно? Сильно. Придеться убігати. Твою-то мать. Томі, прикрой нас, Гіммікі. Така молода, вже артинг. Палочку дай. Давай. Ти ж за Томі, наверное, любиш. Куда ти будеш? Ого, ну щось. Що так? Чекай. Як глаза, Сара? Глянь, там всіх їдять. Куди? Та до Томі, Томі. Томі Лі Джонс. Сара, не смотри. Никуда. Смотри только на меня. Да я тебя всю жизнь бачу. Дай хоть на людей подумаю. Сиди целыми днями в хате, блин, вообще. Мы выберемся. Обещаю. Да, да. Армадилло! Театр. Так пошли в кино сходим, подым. Это театр. О, уже все на сходим. А йди кудись, покажи куди йти. Фонарик є? Та нема. Який фонарик? З жопи ти спав. У мене ж руки зайняті. Ти зазвичай хранив, да? Отакий, знаєш? Сенторальний ліхтарик. Отакий, знаєш? Зроби! Що зроби? Ого, він ногами їх вбиває. А це якийсь Томі походу є, давай якат. Чи в них в Америці там ствол за нормальне явно? Так, кстати. Дайте выход! Пошли! Ого-го-го-го-го-го! Еле идешь, Валик! Я быстрее шел! Да если бы в реале, я бы там уже дома, в другой области. Я бы уже застрелился, да? Если бы в реале. Да все, сейчас надо плакать. Ждем тебя там! Прям сейчас? Живо! Живо, да? Согласен. Бля, дай кепку, дай мені кусочок. А що то там за двері Мордора красним горить, ти бачиш? Так нам туди надійти. Туди стой я йди. Вони приближаються. Папа? А? Афа. И что, давай? Не бойся, мы пришли. Пришли. О, солдат. Нам нужна помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Выполнять! Есть, сэр. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто...
Чёрт. Что, будешь стрелять? Тикай! А, чёрт! Ого. Никола, не стреляйте в дитя. Не надо. Ух ты, класс! А кто це? Курва. О, Томми вернулся, братушка! Сара? Это питание, он развернулся, они выстрелили, он ее не ранил, а ее убил. Ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Він, походу, все коли тільки розвертався, він і стрельнув. Так. Він в родичі. Защищай, защищай. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я буду добре. Тут плакать надо, ти задолбав. Ти взагалі не під нету, не попадаєш в сюжет. А я і не стримився. Дочка. Дочка? Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Чё, блин, завалил дитину в начале игры? Я... Господи. Прошу тебя, не убирай, прошу тебя, не бросай меня. А це годинник, що вона йому подарила, він уже його побив? Чи це старий, той, що був побив? А як ти думаєш? Я більше не обременяю себе мислями. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Короче, пошла жара. Паника, да, сейчас будет интересно. Вызвана данными Всемирной так, организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Вообще не так. Неудачном испытании. Лишились власти. Вот это Джонсон и Джонсон, кто его робил. Хлорку вот это что-то там делали. Вроде бы от ковида, а потом вот такая херня. Хлорка же бывает. То она убывает у людей. Моя Растаку была хлорка. За оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦИКАДы. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦИКАД. 6? Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Внутри. Доверьтесь ЦИКАДам. ЦИКАДы всякие шизоиды, типа. Это типа повстанцы. Ну, судя по тому, что они хотят слышать голоса, то я бы до них не пішов. Я думаю, что... Доброе утро. А потом, может... Будешь? Нет, я не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. А, Вест-Энде. Да. Как это Вест-Кост? У нас конец. Там клиент. Правильно? Ты же хотел, чтобы от тебя отстали. Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А, так бабки дали, что еще надо? А что с лицом? Карточки, что за карточки? Уже на обратном пути. Я нарвалась на двух каких-то козлов. А. Пропустила пару ударов. А, нормально. Ну, отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочку уродов, но это не важно. Важно. Что послал их никто иной, как Роберт. Ах, наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. Да? И он хочет успеть первым. И Дэвид, умный мерзавец. Это Дэнни. Так ожидай. Только я умею. Я знаю, где он. Что? Да брось ты. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. Сейчас точно. А куда идем и зачем? За Робертом. Зона 5 за Робертом, бо Роберта есть оружие, правильно? Да. Зброя! Паузу надо нажать. Я казав, что он бомж. И давайте на этом завершим первую часть нашего запису. Дивіться нас в наступних серіях. Дальше будет 100% цікавіше и еще веселіше. Оля клянеться. Отвечай. Еще же лайк и коммент. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас лайками, донатами. Любіть нас, дивіться нас. Далі буде ще цікавіше. Підтримайте і ми не обов'язково, обов'язково зробимо ще краще наш продукт. 100%. Все.